Коронавирус в Магадане отступает. За последние сутки на Колыме выявили 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7553 заболевших. С выздоровлением выписали 6970 колымчан. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.